Вот мы приехали в деревню. Сейчас будем цеплять волокуши. Посмотрите, как мы их нагрузили модно. Там у нас килограмм, наверное, 400 барахла всякого. Ну, 300, ладно. 300 точно. Вот. И сейчас мы их потащим. Сейчас он ребята подцепят. Сейчас поедем в избу, уже устали вообще. Я сегодня встал, лег в 2 часа ночи, дорезал последнее видео, чтобы вы что-то смотрели, пока нас нету. По Кими. В 2 лег, в 5 встал. И все время за рулем. Так что чуть-чуть устали, извиняйте. Заслужили этого конденсата, как Мишка говорит. Вот так. Ну все, ребятки. Ура, наконец-то. Поехали мы, да. Наконец-то, ура. Наши первые метры на этой земле. Так. Ну, здравствуй тебе, речка Гагукса. Привет. Вот и снова. Привет, Гагукса. Пойдем по твоя лед. Едем до избы, приедем уже, вам покажем все. Вот такой снег, посмотрите, идет. Здесь насыпано. Идем нормально. 25 км, 4-я передача. Волокуши за собой тащим. А, тащим. Жаритая. Вот, так что мы туда очень хотим. Хочим? Не хотим. Смотрите, Гена пропахал какую. Пропахал. Ну что, ребят, вот такое вот у нас обозрение. Короче, нифига не видно. Метет метель. Куда едем, тоже непонятно. Белый шум для телевизора. Да. И мы в него едем. Кто-то скатерть, это просто натянул перед носом. Мы едем в ней. Под нами озеро Муромское. Да, кстати, вот надо объезжать этот нос. Мы объезжаем нос. Нос. Нос мы из какой-то здесь. Ну как вам видок? Класс, скажите же, да? Просто отлично. Ну что, ребятки, вот мы и добрались до Гены, добрались гости. У нас налито в стопочках. Ну, ребят, честно скажу, для антуража, мы же не пьем алкоголь, у нас вода. Дистиллированная вода, вот купили в автозапчастях. Вот, хоть что-то попить. Дистиллят. Ну, конденсат, как Мишка говорит, конденсат. Вот, так что сейчас по рюмке конденсата и пойдем в баньку париться. Вот, вот такая здесь обстановка, Гена. Гена, рассказывай. Как ты докатился до такой жизни? Карелию люблю. Карелию люблю. Я страну нашу. Вот так вот. Не надо мне Европу отделить. Пошли они все в жопу. Да? Правильно. Ну, как бы это, я переболеть. И не переболеть? Нет. Уже 115 лет. Ребят, знаете, что это такое? Сиг. Это сиг. Сигалатка. Вкусно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Противно. Вот поверьте мне, противно. Не хотите попробовать. Вот это, да? Вот это разнообразие. Всяческое. Вот это вот. Встретили так встретили. Да ладно.
Не, хорошо. Не, ну могли ли, могли ли мы подумать, что приедем в лес, в избу. Здесь тепло, светло, плюшки жареные, сик в миске. Конденсат. Конденсат, в конце концов. Да. И молоко из-под коровы. Знаете, здесь в Карелии как дует коров? Центрифугу ее. Сажают, крутят. И ручку корова. Как в этом, медогонки, знаете, есть такие, вот так же коров дует здесь. Причем корову перед этим сутки не кормят. Потому что иногда бывает. Ребят, не спрашивайте, как из коров тушенку делают. Вообще не спрашивайте. Есть такое приспособление у саперов для разминирования. Купол 1 называется. Вот загоняют под нее корову, РГД туда, накрывают все. И потом сошкрябывают. Сразу в банки кладут. Не, прямо банками и забирают. РГД ничего не будет. Да? Значит, две. Противотанковый будет. Это же, помнишь, как в ДМП-то, да? На лоб привязали гранату. Корову забить, говорит, бабка-то попросила. Так, ну ладно, мы отключаем, а то у нас есть народ неподготовленный, камера немножко стесняется, я смотрю.